Сейчас проходят переговоры представителей России и Украины. Точное место не обозначают, но известно, что делегации находятся в Беларуси, недалеко от украинской границы, на берегу Припяти. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата. Сначала в Ютубе белорусский канал «Белта» даже запустил прямую трансляцию переговоров, но после камеры попросили выключить. Каким будет итог встречи, расскажем вам, как только появится информация. Добавлю, в офисе президента Украины заявили, что главная цель переговоров с Россией – это немедленное прекращение огня и вывод российских войск. Какие цели у делегации из России, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не станет анонсировать запросные позиции, они должны остаться в тишине. Также он напомнил, что главной задачей российских военных было и есть безопасность гражданского населения. Напомню, ранее президент России Владимир Путин говорил, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины.